Ресторан «Бургер Кинг» в формате «Автоэкспресс» открылся сегодня в Атырау. Это второе заведение всемирно известной сети в городе. Но прежде атыраутцы не были знакомы с дополнительным сервисом для автовладельцев. Наши корреспонденты побывали на открытии. «Бургер Кинг», «Драйв-Тру», уже сеть, второй в Атырау. Старт работы нового ресторана «Бургер Кинг» во всем мире традиционно ассоциируется с праздником. Не стало исключением и церемония открытия в Атырау. Жителей города, помимо заслуженной репутации международной сети «Бургер Кинг», привлек необычный для Казахстана, но очень удобный формат «Автоэкспресс». Теперь занятые горожане могут заказывать любимые бургеры и закуски, не выходя из своих авто. Пока мы были закрыты на стадии construction, очень многие приезжали на машинах, хотели уже забрать еду. И ночью, и днем. То есть понимание, что люди знают, что это такое. Второй по счету ресторан «Бургер Кинг» в Атырау рассчитан на 100 посадочных мест и готов принимать более 600 гостей в день. К услугам посетителей бесплатный сервис Wi-Fi. Это мировой стандарт сети «Бургер Кинг», как и высокие требования к сервису. Но главный стандарт и традиция всемирно известного бренда – это тщательный отбор ингредиентов, свежая продукция и использование только 100% мяса, приготовленного на настоящем гриле. Мы очень рады сообщить, что мы сегодня открыли наш 24-й ресторан в Казахстане. Мы существуем в Казахстане уже более 3,5 лет. Это международный бренд, который существует в мире более 60 лет. В Атырау уже успешно работает один ресторан международной сети «Бургер Кинг». Он открылся в марте и стал любимым местом горожан. Меньше чем за год его посетили более 100 тысяч гостей. Всего же за первое полугодие этого года легендарные оперы «Кинг Крылышки» и «Кинг Наггетсы» отведали в ресторанах «Бургер Кинг» более 2,5 миллионов казахстанцев. Асем Караулова, Асан Тимур Каршыгаулы, Ганис Агендыков, Информбюро, Атырау.